Я закончился ретрит. Вот и в конце. Привет, любимый. Привет, любимый. Привет, любимый. И я, конечно же, записал в конце отзывы сразу. Нет, после ретрита. Машинка сегодня. Ну я скажу, что 95% отзывы, ну даже больше, ну вообще позитивные. Вот, и там как-то в комментариях было на днях, что типа, ну надо там не брать сразу, что это за привычка брать сразу. Непонятно от кого комментарий такой был. Вот, что надо через месяц, через два брать. Вот, ну у нас много отзывов, много людей, которые через месяц, и через два, и через год, и через пять лет в очень классном состоянии. Понятно, что кого-то по-другому. Ну, тут такая как бы приходит, скажем, метафора, вот, что раньше, я помню, у меня тоже такая привычка была, сначала есть что-то испорченное или невкусное, а потом оставлять на вкусное. Вот, и такая, типа, есть история, что как бабушки наши, там, дедушки тоже раньше ели и подпорченные яблоки, помидоры, картошку, и все время получалось ели подпорченное, потому что все время ж хорошее тоже портилось. Вот, и так внимание на испорченное все время идет, а на процветающее, гармоничное, идеальное так и не идет, поэтому... Я вот эту ситуацию переварил с того, что с рекомендацией давать разные отзывы. Вот, и для себя пришел, что, конечно, разные варианты у людей могут быть. Но все же я внимание буду направлять на то, когда у людей трансформация получается и счастье. Поэтому сейчас пару свежих отзывов как раз в тему, которая была накануне, так у меня так поднялась, это секту, что типа нашу секту закроют раз, и про поводу комментариев, что, ну, что надо отзывы давать через месяц, через два. Ну, еще парочку я там отзывов тоже размещу быстреньких, так что приятного просмотра. Понимаю, что сейчас эта задача, вот как комментарии сказали, пусть скажут отзыв через два месяца. Да, я понимаю, о чем он говорит, ну, этот человек. Мы все пришли сейчас сюда, да, вот нас очень много. У каждого есть свое пространство, свои люди, свое окружение и вот эта атмосфера, которую мы сюда принесли. Я знаю, какую я атмосферу сюда принесла. То есть там была и какая-то хорошая настройка, но в основном была тяжесть, связанная с коммуникацией, с многим. И мы все это сюда принесли. Вот прям я помню это в круге, когда мы сидели, я это видела на лицах у многих очень сильно. И вот три организатора своей атмосферой накрыли всех и все полностью поменяли. Вот прям полностью мы подстроились под эту атмосферу, под троих людей. Мы со своим вот этим багажом, мы подстроились. И я понимаю, что сейчас эта задача, вот как комментарии сказали, пусть скажут отзыв через два месяца. Да, я понимаю, о чем он говорит, ну, этот человек. Это факт, что мы многие не хотим брать ответственность на себя. Мы тут впитали эту энергию, а потом ее просто растратим. Вот, и, по сути, мы будем возвращаться в свою семью вот с вот этой вот атмосферой, с вот этим знанием. И сможем ли мы в окружении там 2, 3, 10 человек вокруг нас сами создать и продолжить эту атмосферу из себя? Вот, вот это очень ценно для нас всех. Благодарю. Я завжди боявся, що я попаду в якусь секту, яка мене завербує. І ось я сижу в тій секті. На третій день сталося прозріння, але я усвідомив, що це взагалі не секта. Це найкраще, що зі мною трапилось. Дуже хочу подякувати своїй дружині, завдяки якій я опинився тут. Дякую, Настя.
хочу поблагодарить всю вашу команду за это просто прекрасное, что вы несете в мир, за это волшебство, что вы несете в свет, что вы действительно, вы вменяете все сознание. У меня перекрутилось все на 360. Те знания, которые я знала, казалось бы, знала, но здесь они допаковались, дозагрузились, сложились в один пазл какой-то. Это квест, который называется «Взломай свою иллюзию». И я в этом квесте вижу, увидела в момент запроса, как в темноте появляются как вспышки света, как подсказки. Ты их просто чувствуешь, но ты пока не понимаешь, не знаешь, не чувствуешь, что это. Ну, ты чувствуешь, что это просто подсказки. И ты в таком доверии наблюдаешь эти вспышки света, и они соединяются потом между собой, вот эти связи появляются между ними. И когда к концу ретрита ты подходишь к концу квеста, и как бы связи между собой все найдены, то этот квест, он просто рушится, и ты видишь то, что было всегда. Это вечность, это я вижу в этой вечности себя, и это чувство безусловной любви, оно изливается просто на всех, все. Люблю.